Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, это Forza Horizon 4. Bad boy is a game. Так, ребята, как можете увидеть, о, влияние. У нас наступила зима. Так, и тут можно автобонусы, кстати, по... Ого, тут целых три... Слушайте, я даже не знаю, хватит мне очков вообще открыть их. Мне кажется, что мне очков просто не хватит даже. Так, давай крутим. Может быть, даже что-то интересненькое выпадет. А нет, 75 бачей. И еще есть одна игра. И кеды. Кеды. Обычные кеды. Обычные черные кеды. Да, нам не хватит, но нам на одну игру зато хватит точно. Что-то там одно зеленое. Ну понятно. Ладно. Ладно, сойдет. Так, погнали. Я тут уже, в принципе, доехал. Я думаю, мы сегодня еще. Я думаю, мы еще сегодня маленько попроходим дух улиц. О, еще игра у нас есть, еще одна игра. А вот тут уже поинтересней. Но нам выпадает Volkswagen Golf. Почему выпадают одни старые машины, я не знаю. Я хочу какие-то новые, современные, быстрые. Дух улиц. И честно, даже не знаю, на каких машинах гонять. Давай, знаешь, что сделаем? Давай сначала я зайду сменить машину и посмотрю, какие у нас машины новые вот добавились. Те, в принципе, мы выберем и на них отправимся. Вот, есть, что это, BMW 1973 года. Отлично, отлично. Я думаю, как раз для этой гонки подойдет. Немного повеселимся, так сказать. Почему нет? Почему нет? Когда да, да? Турбо. BMW Turbo. Уличные гонки. Уличные гонки. Все, начинаем. Погнали. Ого, как оно меня немного подрывает, да? Поднимает передок. Слушайте, по снегу она вообще должна изи всех делать. Это же задний привод, это... Вы посмотрите, оп. Как красиво мы повороты проходим на ней. Чуть-чуть заборчика подснесли. Прикольно, что дух улиц можно выполнять вообще на любой тачке, на какой ты хочешь. И это прикольно. Ну, там на первом месте УАЗик какой-то едет. Он неплохо держится, я вам скажу. Но мы его сейчас сделаем. Ой-ой-ой, тут маленечко не зашли в поворот. Летит там. Ой. Поздно, поздно начал в занос идти. А вот это так и задумывалось на самом деле. Я думал сократить.
Так, давай, возвращайся обратно на дорогу. Ну, здесь мы все равно во внимание берем, что снег, гололед, да? Не так просто-то и входить, кстати, как я думал. Я уже думал, что я пропустил. О, прикольная луна. Снегоуборочная машина, классно. У них снегоуборочные машины ездят даже в игре. У нас вообще хрен их увидишь. Без обид, но хрен увидишь. Блин, мы же это, я же фишку нашел, как заезжать, прикольно. Ладно. Один день не записал, все, забыл. Так, тут недалеко от нас еще догонка есть, и мы на нее, в принципе, сейчас рванем. Подожди, а как она? А, ну она, в принципе, сюда в город ведет, и здесь еще есть. Все, круто. Круто, я придумал. Так, чтобы нам не выбирать, мы сразу заходим сменить машину и сразу же, в принципе, выбираем автомобиль, который у нас есть новый. Новый, вот, есть Нова Супер. О, давай, скорость. Скорость 6,2. На ней, значит, поедем. Я не знаю, почему у меня одни старые автомобили добавляются в этих рулетках. Но... добавляются, значит, мы их попробуем, посмотрим, потестим. Ой, ну на ней будет, кстати, тяжеловато, мне кажется, проходить. Что она прям... Ну пока едем, тестим. Ну, выглядит круто, да? Я понял, ей прям нужно притормаживать, чтобы даже в такие повороты входить. Будет тяжело на ней выиграть гонку. Но я это не я, если я не попробую. Круто я обошел. Так, все, тормозим. Да, будет тяжело. Будет тяжело ее выиграть. Ну ладно, пофигу, соглашаемся. Полетели, все. Что там за зеленая прикольная машина? И оранжевая тоже классно выглядит. Блин, они такие все цветные. Сорян, братан, у тебя там бампер отлетел. Но зато вы мне, в принципе, помогли обогнать всех. И я вот уже второй еду. Там на первом месте прям... Ой, вот это я... Маленько не туда. Все, я снова в строю. Слушайте, там сейчас вообще начнутся повороты. Вот это я его сделал. Тут еще этих контрольных точек специально много поставили, чтобы, блин...
здесь доску можно поддать. Все, давай, 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 успокаивайся. Этот вообще от меня не отрывается, но у него какая-то там тачка заряженная. Я когда мимо проезжал, там прям звук мотора ревел. Ай, ай. Не дал ему объехать. Нет. Дружок, пирожок, блин, давай-ка ты успокойся. Ну нормально он раздает на своей. На своем матизе, блин. Или что это? Так, тут же надо. Вот здесь. Блин! Я улетел мимо. Я второй. Надо догонять. Ну вот, я что в принципе и я и говорил. Скорость я не сбросил. И из-за этого, в принципе, получилось как получилось. Ну, по прямой. Матис сосет. Так, здесь кругаля надо дать. Я понял. Слушайте, это выглядит как проигрыш. Блин, что-то я не рассчитывал так, что ее вот так прям занесет. Блин, Матис. Мне надо сделать, я хочу первым прийти. Блин, второй. Третий. Ладно, фиг с ним. Третьим. Третье тоже, это тоже место. В принципе, окей. Блин, занесло меня жестко, конечно. Так, ребят, в общем, едем до этой гонки. Оно стоит. У меня немного почему-то лагануло. Зашел какой-то баг, пришлось. Что? А, это я тут в скоростном участке еду. Уже куда он меня ведет? Это странно. Подожди, но тут есть вот такая вот. Погнали, переулки. Так, мы тачку, кстати, не выбрали. Давай выберем тачку. Тоже какую-нибудь... А, ну там была, но была. Была, подожди. Я уже пролистал, что ли? А, тут еще одна, что ли, есть новая. Что, на черном? Утилити седан, блин. Видимо, хотели утилизировать. Оу. Прикольно. Погнали? Погнали. Все, на этой. Еще и ночью будем сейчас гонять. Так, а все на автобусах каких-то едут. Ну, я понял, почему эта машина медленно едет, потому что если ехать на ней быстро, все это сразу... Это все стены, заборы, деревья, все вот это, речки, озера, все это мое сразу, родное. Слушай, а как мне их вообще обгонять? А, ну прямая будет. Прямая, если будет. Если будет прямая. Слушайте, они даже на прямой как-то от меня удаляются. Здесь фейлить вообще получается нельзя. Ну вот.
Слушай, и все? Это все? Я тебя понял, я тебя услышал. Начать заезд заново. Начать... Чтобы вы понимали, я ехал, как обычно, вот как я обычно на машинах езжу, я также ехал. Просто, ну... Это классика. А классикой надо уметь управлять. Так, давай. Это минус один. Мне, короче, вот так в повороты надо об этих ребят тормозить. Тогда будет все шикарно. Я, блин, думал, на той будет сложно, а нифига, блин. Хотя мы там третье место тоже заняли. Слушайте, ну здесь хотелось бы. Так, в прошлый раз мы здесь вылетели. Ага. Так, сейчас тоже будут повороты. Мне бы вот эту всю линеечку бы красивенько бы обогнать. Так, ой, по... ой-ой-ой, нет. Короче, в принципе, встречка нам очень помогла. Блин, а что за фонарный столб я с собой забрал? Можно поинтересоваться. Спасибо. Фолдер... Фолдер Айсер. Давай-ка ты. Я смотрел на поворот, на самом деле на карту. Я просто даже не увидел этот остров с людьми, который еще и огражден от таких людей, как я, которые любят куда-нибудь въехать. Не, вот так, чувак. А я думал, что он так медленно едет, а тут, потому что поворот. Тут потому что поворот. Все главное, самое главное, да, никуда не врезаться, никуда не улететь. Отлично. Подожди, что я там сотый уровень? Может быть сейчас на сотом уровне что-то откроется? Нет? Нет, ничего не открылось. Так, а вот здесь еще есть дух улиц. Ну, до нее надо доехать. А во, поближе есть. Да, поближе. Так, давай сразу также выберем тачку. О, Альфа Ромео у нас, который мы только что, кстати, выбили. Слушай, звук-то там
Звук есть, да, машина не едет. Так, я тут как-то могу сократить. Ха-ха, походу нет. Понятно, вот тебе и полянка. Она такая какая-то юркая, юркая. Поворот-то вроде отлично входит. Но, блин. Я хотел так красиво прям, чтобы миллиметры были. А получилось как всегда. Найденные зоны, поле для гольфа. In 400 meters, turn right. Так, и опять у меня это вылезло. Так, ну все, в принципе, на ней. На ней и прокатимся, на ее и затестим. По побережью. Ну, жалко, что темно. Ну, не знаю, либо вечереет, либо светает уже. Вот это, блин, раритет. Слушайте, ну по сравнению с другими машинами, она очень бодренько идет. И повороты она так хорошо держит. Только там чувак без крыши, блин, зимой. Слушайте, я его даже догнать не могу по прямой. Ну, по прямой не могу. Значит, на поворотах будем догонять. Оп! Блин, хорошо, что она и такая. Быстро поворачивает. Так бы я сейчас точно бы улетел. Я бы проехал точно этот поворот. Особенно, если бы мы на черной машине бы... ехали на шевролюхе. А чё, но вот из-за того, что она такая поворотливая, она более, ну, не хочет в дрифт идти, в принципе. Вот я ее запускаю, а она выравнивается сама. Там чуваки подбираются потихонечку. Но если я никуда не въеду и не улечу, в принципе... Ой! Ой, спасибо большое. Я почему-то хотел уже прямо ехать, на самом деле. Кстати, у нас там тоже есть трактор. И на тракторе мы тоже погоняем, я вам обещаю. Трактор мы тоже затестим, заценим. Интересно, все будут на тракторах гонять или нет? Или трактор в какую-то категорию машин относится?
Прикольно здесь подсвечивается все зеленым. Так вот мы красивенько заходим в поворот. Ну все, вот, в принципе, финиш уже виднеется. Ну, это была легкая гонка для этого автомобиля, в принципе. Меня даже этот автомобиль в целом устроил. Неплохой класса D автомобиль. Еще бы... Серьезно? Открылся марафон. Но я для начала, перед этим марафоном, я бы прошел до конца все двух улиц. Тут вот раз, два, три. В общем, есть еще гонки. Вот четыре, я вижу, четыре гонки. Мы их пройдем уже в следующих сериях. И пройдем марафон и будем королем улиц. Ну, а на этом, ребята, я с вами прощаюсь. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.